Всем привет, с вами, как всегда, Никита. И мы продолжаем играть в Bedwars, но уже с моей сестрой Танкс. Я уже запрос кинул. Все, мы идем в карточку. Что она загружается, блин. Сто лет сейчас будет. Танкс. Так, все, наконец-то загрузилась. У него, кстати, какие-то слоты лями, у меня, ну, как всегда, люди. А она за свой скин играет или... Боже. Она за свой скин или... А, не, она за слоты лями скин. А я за свой. Танкс. Сразу сейчас нападать надо. Бам-бам-бам. Покупаю блоки. Иду. Давай, погнали нападать уже. Пошли нападать, блин. Так, бам-бам-бам-бам-бам, блоки-блоки. Ты чё вообще? Да блин, идём нападать. Блин, а они там нормальные кипучелька. Броню можно, в принципе, не покупать, пока толку с неё нету. Короче, тоже можно не застраивать. А, ладно уже. Так, все, застроили, можно идти. А у них броня печаль. Печаль. Это чисто печаль. Это все печалька. Это все печалька. Это все печалька. Это все печалька. Да пошли ты нападать. Ой, челики, ой, челики. Давайте, идите кто-нибудь, идите на меня. Идите, давайте, идите на меня. Давайте, идите, идите, вы чё? Ой. Нет! Пока, я упал. Так. Угу. О, наконец-то. Всё, супер прыжок делаю. Бомс! Блина! Угу. Там надо блоки убрать. Да, я понял, надо блоки там убрать. О, там ПВПшка. Да, ПВПшка? Ну, что я требовалось доказать? Аксолотли надо покупать, блин. За 30 там купи аксолотли, понимаешь? Бэмс! Надо топорик еще. Идите, идите, идите. Будет толк лучше, если вы к нам пойдете. Я не собираюсь идти, это вы идите, давайте. Вам же надо. Ну давайте, давайте. Да как? Меня скинули, жестяк. Че ты так салот, блин, не купила? Угу. Я ПВПшусь, ты иди кровать сломай, понял? Кровать сделай, моя, я ПВПшусь. Я не допрыгнул. Но это все знали, что... руду сломай тогда, хотя бы. Руду эту сломай, понимаешь? Вот эти руды сломай. Здорово, давай, покупай. Броню купи еще. За 120 броню купи. О, нормально. О, все. Идем на центр. Ты хочешь, наверное, на центр. Если они будут тебя разносить, то это не моя вина, то это твоя вина.
Арбалет. Кстати, у меня скоро будет. Ух, чуть не упал. Ладно, даже если минус кровать, как-то пофиг. А я люблю вникать в драки. Боже, ее убили. Какой нуб это. Это просто самый большой нуб в мире. А как? А как меня убили? Надо еще катку. Блин, может отряды? Ну, давайте отряды уже. Только лучше ты кровать защищай, а я на центр пойду, потому что тебя там на центре выносить будут. И все изумруды мне скидывай. Я мало. А то ты их просто в никуда будешь тратить. 16 железа. Быстро скинула мне все железо. Скинь мне все железо. Боже, она не понимает ничего. Человек неразумный. Без разума. Не будет. Убили. А, ладно. Они не идут, тогда пофиг как-то. Будут идти. Тогда я пойму. Ой, я чуть не упал. Чел, вы с ума сошли? Так, если вы пойдете, прочитай желтый. ПВП пишут? Или это не желтый против нас? А, синий. Хил у синих киты. А, у них гитарист. И их слот лян, как у этого бобуса. Так. Нападают, давай. Атаковать. На нас нападают. Или ты не понимаешь? Да блин, обей их. Да как вы меня убиваете? Тебе хана! Бекон! Давай! Да боже. О! У меня 95 железка! У тебя сколько железа? Все, покупай, короче, как его? Кирпич за 40, кирпич за 40 купи и обставь вокруг кровати. Да блин, ну копи. Ой, не скинул. А, все, двоих скинули. Двоих чупапельков скинули. Все, короче, идем на... У меня тоже есть блоки. Или ты не знаешь, что у меня блоки есть? Ты думаешь, что их у тебя одного блоки есть? Ты так зря думаешь. Все, я за ПВП шел, чела. У меня одно ХП? Офигеть! Я с одним ХП победил. А как? У меня вопрос как? Так, пока не нападают челики. Ага, у нее слабая броня. Так, снова пойду за изумрудами тогда. Пока не нападают, хорошо. Хотя, в принципе, пофиг, мы их разнесем. Чё, как нуб строюсь? Джейзи строится. Боже, чё, как я строюсь? Бум-бум! Чё за бред, дядь? Ах ты! Они нападают, блин, атакуй их! Из-за тебя они кровать сломали. Да блин, атакуй их! Ты чё, с ума сошла?
Ладно, наверное, в отряд лучше, в принципе. Блин, уроки-блоки, либо... Это... Не заходит, тогда я буду пока сам. Так. Заходи давай. Так. Она не заходит. Заходи, блин. Так. Ну, давайте напоследочек отряд сыграем. Что за председатель? Чего отменять не мог? Угу. Блин, 6 единиц надо еще найти. Это, конечно, жестко. Кстати, мод мне... О, кстати, до эмоции скоро будет эмоция. Вот такой вот это нуб. А там есть яйцо титана? А, ну я его убил и получил. Я не знал, что оно есть вообще. Ну, титана-то там изи убить, если у тебя есть алмазочка. Если изумрудный меч, все, титана легко. Так, какие здесь челики? О! Нормальный чел есть, 33 левел, получше, чем я. Это хорошо. Кит у него на 30-м батл пассе. А он за свой скинули? Во, вот этот чел больше всех про. Ну ладно, как всегда. Это хорошо, это моя очень нравится мне эта карта. А локи-блоки отряда мне, если честно, не очень нравятся. Да блин, меня убили. Ах ты, чел. Тебе сейчас не круто будет. Понимаешь, не круто тебе сейчас будет. Ладно. Блоков надо, блин. Блоков нет у меня. Надо блоками закупиться. Угу, значит. Вот что я не могу купить? Наконец-то купил. Вообще, два изумрудика должно быть. Если один, то отстой. Блин, а чел убили. Нет, нет, мои алмазы! Ты чё? Мои алмазы должны были быть. Алмаз. Мне очень нужны алмазы. Давай, защищай кровать. Ты чё, чублик? Нате, нате! А ты думаешь, я тебя не догоню? Ты реально так думаешь? Надеюсь, меня никто не заметит. Если меня кто-то заметит. Кстати, в принципе, здесь, в отрядах, я не покупаю арбалет. Поэтому мне здесь бессмысленно. О, что прокачать бы? Ну, естественно, урон. Потому что здесь урон самое главное. Подойди сюда. На, давай, застраивай кирпичами. Кирпичами застраивай. Так. О, ща пойду с челиком нападать. Это, да, это, который на третьем месте самый нуб. На, имею в виду, если... По местам, то...
Ну, естественно, они меня убили. Гони мне алмаз свой, блин. Выкинь мне. В коробку эту положи тогда. В эту положи, я заберу. Во, молодец. Нормально пухляж стал. Че, это мой алмаз вообще. Чё туда? Подойди, подойди, подойди. Подойди ты. Железо, на. Устраивай тут все. Блин, а лука нету. Печалька. Печалька, лука нету. Ты чё, аксолотлями? Ты чё, ты чё? Вот ты чё? Ты чё вообще? Меня аксолотлями убил! Давай, лук давай мне. Короче, Никита, тебе еще стрелу там куда ложить? Вот, выкинь. Давай, ложи сюда. Я заберу. У меня-то бабки есть, я это... Дай мне лук. Не понимаю, как. Дай. О, нормально, денег уже у меня есть. Ах ты! Ах ты! Ах ты! Да боже, у меня мало... У меня было много железа, я мог лук купить. Блин. Ах ты, чел! Все. Лук, это обязательно. Все. Конечно, я говорил, что можно лук не покупать. Ну, допустим. Лук здесь все-таки надо. Нет! Я чуть не упал! Я реально чуть не упал. Жестяк. Очень надо много изумрудов, короче. Что это за бред? Вот что это за бредятина? Да как? Да чё за бред? О-о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 -
падаю. Можете на нас нападать. О! Робот пухлый. Пухлый робот. Пухлый кролик. О, ес! Нормально. Положи все железо в ну, в эту штуку. Я забыл как назвать. Положи все железо в ту штуку. Не надо железо для лука. Надо стрелы. Арбалет, в принципе, смысла нет покупать. Оксолотль наконец появился. Ой, ладно. Давай. Ложи. Да. Нормально. Надо блоков еще накупить. 200 блоков будет нормально. Все. И практически 100 стрел. Спасибо. О, кстати. А, это тот аксолотль. Это потому, что я ему три изумруда подарил. Извини, чел, я этого не хотел, честно говорю. Сам на меня повелся. Что ты сам повелся? Я не виноват, это не я. Чё вообще? Да блин, да чел блока ломал, она упала. Капец. Прикол!
Ну тебе. У меня 100 железа. Лови. Ты чё вообще? Лови железо. Лови железо. Если это чел забрал или ты? Ты? Если ты не забрал, я не виноват. Все, сейчас я челом буду прикол делать. Давайте, челики, вы не выйдете там. У меня там много стрел, вы не выйдете. Ну, потерял. Ты офигел? Аксолотлями. Ну чё это по-твоему? Ты по-твоему так победишь? И это было правильно. Минус стрелы, минус блоки, минус железо. Капец. Ах вы. Ща дорожки, минус дорожка сейчас будет. Ну, в принципе, нормально, пока челики не выходят. Даже если бы вышли два топ. Мы бы проиграли, потому что у меня нормального помощника нет. Надо железо? На. Так пофиг на шерсть. Так она вообще не крепкая как бы. Если ты не знала. О, там нас чел убили. Что? Изумрудник? What? Изумрудка? Ты меня убить хочешь? А как? А как? Какие 4 изумруда? Боже, шерсть сгорела. Но это неудивительно было. Удивительно было, это же все знают. О! Наконец-то! Боже! Даже алмазки нету у тебя. Бу-бу-бум-бу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 
значит. Скрылся. Кто хочет со мной попрошиться? А ты меня не убил, не убил, не убил. Сыч. Здрасте, приехали. Чуть. И что это сейчас было только что? Офигеть! Офигеть! Респект, чел. Тебе респект. Спасибо, челик. Эх. Эх. Жаль. Минус челик у них в команде. А, ой. Все, короче, надо нападать, уже задолбалось. Арбалет есть, это хорошо. Стрель вот сюда. Стрель фаербол. Стрель фаербол сюда. Это надо. Вот. А это что? Стрель сюда. Что это за руки у тебя? Нету. У меня в руке будто бы у тебя он есть. Капец. Что? Они у всех. Ну давай скинь мне. Ну у меня тоже такие. А у меня арбалет, а у тебя лук. Я 50 наношу, а ты 20. О, так давай его убивать. Ты не убьешь. Да, прикинь. 20 дамага железнику? Нет! Помогите! Ну и
Полузмрудник? Чё за бредятина? Как? О, как? Полузмрудник ещё с мечом. Сколько у тебя алмазов? Боже, какой-то момент, я таких мобов не видел. Гони мне их. Мне гони. Ты нравишься? А теперь у меня два алмаза. Влад? А. Чё, это чё по кабру было? Гони все изумруды. О, всё. Есть, наконец-то уже! Генератор на максимум. Какого фига? Ты шутишь? Ты себя же убьешь. Чел, как бы. Чел, ты себя же убьешь сейчас. О, наконец-то титан. Идем убивать титана. Он очень крутой. С него много дают. Титана идем убивать, как бы. Я же сказал. Ну и что? Что это было только что? Ты сделал... О! Он меня чуть не убил! А вот на это я лучше бы не стрелы, а блоки бы прикупил. Ой! У меня 800 блоков! Я богач. У меня 900 блоков. Ой, кровать нашей хана будет. Минус 900. А куда? Я упал. Ну, на этом мое видео заканчивается. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.